с вами Иван. Я сегодня расскажу и покажу, как играется риф команды AC/DC Sin City. Этот риф не прост. Не так прост, как кажется. Я буду показывать ту часть рифа, которая играется в куплете. И два брата-акробата Ангус и Мальком Янг играют этот риф по-разному. Что, впрочем, для них на самом деле традиционно. Итак, в правом ухе то, что играет Ангус. Смотрите табы. Тут все довольно с виду просто. Единственная заковырка в партии Ангуса это то, что на шестой струне третий лад делается небольшой такой бенд. Его называют четвертьтоновый бенд или бенд на четверть трона. Ну, в общем-то, делайте это на слух. Я советую играть под оригинальную запись концерта 92 года, потому что там лучше все слышно. Вот так вот риф заканчивается. Теперь, что же играет у нас брат Мальком? А Мальком играет вместо двух нот три ноты в аккорде, в пауэр-аккорде. И между каждым аккордом он вставляет вот такой удар по оглушенной струне. Достаточно такой увесистый, четкий удар. В принципе, нужно стараться играть то, что нарисовано у меня в табах, но ничего страшного нет, если вы будете вот этот оглушенный удар делать куда-то рандомно, скажем, по пятой-четвертой струне, потому что удар этот очень короткий, такой чик-чик, его даже можно делать по открытой шестой струне, и это будет тоже неплохо звучать. Итак, что играет Мальком? И помните, когда вы играете AC/DC, атака должна быть конкретная, жесткая, мужская такая атака по струнам. Вот какая-то такая атака. Иначе это не хард-рок. Надеюсь, это видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Иван. Пока!